Для изготовления валют длиной от 210 мм на большом сборном лекале необходимо: кронштейн необходимо выставить во второе дальнее положение, произвести монтаж шпилек во втулку фланец, установить большое сборное лекало и закрепить конструкцию гайками. Выставить нажатием кнопок вперед-назад начальное положение лекала так, чтобы заготовка прутка свободно входила в горизонтальном положении в паз лекала. Мастер 2 позволяет изготавливать валюты шириной 400 мм, которые используются на входных группах, воротах, заборах. Выставить кронштейн в максимально дальнее положение. Для работы на мегаликале необходимо произвести монтаж шпилек на втулку фланец, установить мегаликало и центральную часть большого сборного лекала. Всю конструкцию необходимо закрепить гайками через шайбы. Вставить заготовку в конструкцию для завивки. Внимание! Заготовка для завивки на мегаликале предварительно обрабатывается на большом сборном лекале. Для изготовления бубликов от 140 до 200 мм необходимо использовать среднее и малое лекало. Монтаж, крепление и подготовка к работе среднего и малого лекал происходит аналогичным образом. Только в случае с малым лекалом кронштейн крепится в максимально близкое положение. Работа со всеми типами лекал возможна без расковки концов заготовки. Станок работает с профильной трубой.
Внимание! Для ускорения процесса работы у вас есть возможность завивать сразу по две заготовки. Для изготовления колец диаметром 90 и 120 мм необходимо установить план шайбы. Монтаж производится через поочередную установку шпилек, шайбы, план шайбы с последующим закреплением гайкой. После установки заготовки нажать кнопку «Вперед» и удерживать до конца навивки 3-4 колец. Для изготовления дуг и арок из квадрата, полосы и профильной трубы необходимо: установить центральный ролик модуля вальцов на верхний вал. Осуществить монтаж левого и правого модуля вальцов. Произвести регулировку положений направляющих относительно центрального ролика путем вращения гаек по часовой или против часовой стрелки, таким образом, чтобы расстояние между верхней точкой направляющих и нижней точкой центрального ролика было равно размеру заготовки. Суть метода вальцевания на станке сводится к периодическому поджатию концов заготовки направляющими посредством затяжки гаек. Внимание! Поджатие заготовки не должно превышать 4 оборотов гаек.
На кронштейне продольного скручивания выполняются операции торсион без ограничения длины заготовки и шишка-корзинка. Для изготовления торсиона необходимо установить кронштейн, закрепив его болтами к станку. На нижний вал поочередно установить переходную втулку и втулку свободного хода, закрепив их винтами. Выставив ползун на необходимую длину скрутки, закрепить заготовку таким образом, чтобы во втулке свободного хода заготовка имела небольшой люфт вокруг оси вращения. Нажав кнопку «Вперед», произвести скрутку. После получения необходимого элемента, нажав кнопку «Назад», ослабить заготовку для ее извлечения. Для изготовления шишки-корзинки и продольного скручивания профильной трубы в ползун необходимо вставить зажим. Фиксация и процесс скручивания профильной трубы аналогичен квадрату. Внимание! Градус скручивания профильной трубы ограничен 1.5 оборотами. Для изготовления шишки-корзинки необходимо подготовить заготовку из 4 сваренных прутков металла из квадрата или круга, чтобы в сечении получилась заготовка не более 20 мм. Установка ползуна осуществляется на расстояние 160-240 мм от втулки свободного хода. Закрепив заготовку, произвести скручивание на 3-5 оборотов. После этого раскрутить заготовку в обратном направлении на 0.5 оборота оборот и достать готовый элемент. Для изготовления гусиной лапки на станке Мастер 2 необходимо произвести монтаж нижнего волка с канавками и верхнего гладкого волка, установить упор и направляющую. Внимание! Для качественной ковки гусиной лапки необходимо установить упор в положение L – лапка,
Разогрев заготовки должен осуществляться 3-4 минуты до ярко-красно-белого свечения 1000-1100 градусов. Аналогичный монтаж волков производится для изготовления пики купольной и граненой. Внимание! Для изготовления пик необходимо установить упор в положение П пика и произвести обработку предварительно разогретой заготовки на 360 градусов вокруг своей оси. Для изготовления хомутной полосы необходимо подготовить заготовку толщиной 1,5 мм и шириной 18 или 22 мм. Монтаж роликов производится на ведущие валы и закрепляется шайбой. После чего подготовленная заготовка помещается в соответствующий ручей и нажимается кнопка «Вперед». На выходе вы получаете готовую хомутную полосу, используемую для скрытия сварных швов в кованых изделиях. Монтаж роликов для усиления профильной трубы производится аналогично монтажу роликов для изготовления хомутной полосы.
Подготовленная заготовка 15 или 20 мм помещается в соответствующие ручейки и обрабатывается с одной или двух сторон для последующей работы на лекалах для изготовления бубликов или валют. Данное устройство предназначено для доворачивания концов элемента валюта, который прошел операцию «гусиная лапка».